Всем привет! Как вы помните, я приехала с России с полным непониманием, что у меня происходит. У меня вечно было плохое настроение, не хотела ничего делать. Ну, что-то вроде похожее на депрессию. У меня это примерно с ноября, это после приезда с России, 16 ноября. Мы приехали, приплыли в комментариях. Даша, не расстраивайся, все будет хорошо, мы с тобой. В общем, поддерживали меня, поэтому большое спасибо вам за такие прекрасные комментарии. Меня они очень сильно заряжают, и я хочу продолжать вести этот влог. Конечно же, есть и плохие комментарии, но, как я вам уже говорила, я стараюсь не обращать на это внимание, но все равно мы приехали с России, я начала работать сразу, потом мы открыли небольшой бизнес. Скорее всего, вы видели у Кати, мы открыли бунапаны. Это такие рыбки, булочки-рыбки. Я здесь прикреплю фотографию, как они выглядят. В общем, месяц я отработала, сейчас работает там мама, потому что я вообще не вывезла это все. Я была в дичайшей депрессии, я была очень раздражительна, короче, ужасное состояние. Потом мы встретились с Ксюшей. Вы, наверное, скорее всего, видели влог у Ксюши, что она к нам ездила в гости. Я много что просто не выкладывала, и Ксюша мне сказала, что она летит на Филиппины. Ну, я, недолго думая, покупаю билет, думаю, о, как раз, типа, отдохну, и все нормализуется, все будет круто, классно. Мы покупаем билеты, я еду на Филиппины с дочкой. Фотографии вы видели, наверное, кто-то, что мы летали на Филиппины. Очень круто там отдохнули. Конечно, маловато было. Ну и с ребенком, сами понимаете, не такой особо отдых, релакс, как если бы я летела, например, одна или с мужем. Вообще, на самом деле, я хотела бы слетать одна. Но ребенка я тоже очень сильно хотела показать море. Ну, она его видела в Корее, просто, не знаю, там какой-то другой мир, там очень красиво. Мы с Филиппин, я думала, что все, я успокоюсь, у меня все будет нормально, не тут-то было. Я стала очень раздражительной, мы ругались с мужем. Тут я решила уже работать с психологом, потому что заниматься самокопанием, ну, только делаешь хуже себе. В общем, я захожу в интернет, начала искать психологов и наткнулась на платформу Ясно. Ясно — это самый крупный сервис видеоконсультаций психологов. Кстати, регистрация там проще простого. Там буквально 2 минуты и готово. Ясно. Очень удобно выбрать специалиста, потому что там можно выбрать и возраст, пол. Также можно увидеть психолога по фотографии. Там анкета психологов и рядышком стоят фотографии. Это очень удобно, потому что некоторым очень важно видеть лицо человека, приятен ли он тебе или нет. Потом я выбрала удобную дату и время. Все сессии проходят на видеоплатформе Ясно. Созвонились, разобрали все мои проблемы. И, как вы видите, мне становится намного лучше. И я буду продолжать работать дальше с психологом, потому что я разобралась немножко в своей голове. Конечно, этот путь будет непростой, не очень быстрый, но я как бы уже на правильном. Мы даже, кстати, разобрали проблему пищевого поведения, потому что я свой стресс начала заедать и очень сильно полнеть. Кстати, у меня есть промокод Даша Корея на скидку 20% на первую сессию. Ссылку на платформу оставлю в описании. Кстати, не бойтесь обращаться к специалистам, ведь психотерапия помогает подружиться с собой. А мы продолжаем смотреть влог. Время у нас 10 часов почти. И мы решили собраться в сауну. Муж говорит, поехали. Будем ночевать сегодня в сауне. Какая-то новая сауна, классная очень. Чем здесь для мужа? Мыльные принадлежности тут. На. Да. Тут у нас мыльные принадлежности, нижнее белье. Взяли одно одеяло для Сии, расческу. В общем, решили сегодня отдыхать в сауне. Погреемся, попаримся, поспим. Там комфортные очень условия, поэтому, в принципе, можно поспать. Да, еще телефон там взяли. Вот это. Много-много!
У нас целая куча получается. У мужа один шампунь и нижнее белье. А у нас крабы, маски. Ну, сеть тяжело. В общем, все, мы собираемся. Едем. Это не надо. Да потом мама зарядит велосипед и поедем. Вместе, да, вместе поставим. Мама, у тебя нету, нету. У меня тоже папы тоже нету. Чего нет? 1, 2, 4 нету, нету. Ну, конечно, я тоже пойду. Мама, ты сказал, не пойдешь, сказала ты. Ты не хочешь, чтобы мама шла? Да. У нас, смотрите, что с машины. Вороны обкакали. Залазись. В общем, такая темнота. И муж нас решил, что нам надо помыться в бане. Смотрите, нам ехать 48 километров. Не ближний путь, но там очень классно. Как нас запотели. Заходи быстрее. Мама, ты тоже выходи. Сауна. Ой-ой. Поднимай. Мама, ты. Мама, ты, мама. Антологики. О, ва, шинкяда. Мама, иго антологики. Апа, оттуда шинкоя. Апа. Пойдем. Катя. Вот он, дядя Ливай. Вот это кинтама. Ну, дай. Деньги. Это наша размен. Это у нас был размен на панах. Все отдал. Все в ожидании. Все, тут весело, интересно. Здесь есть фотобудка и караоке тоже есть. Игровая детская комната. София пошла играть. Тут еще смотрите, как на Мальдивах сделан такой дизайн прикольный, красивый. Смотрите, сколько здесь человек, просто нереальное количество. Тут можно перекусить, купить что-нибудь покушать. Там есть кресло массажное. И, в общем, разные виды сауны. Ну, иди. Не сюда, не сюда. А, да, сюда. Сюда залази. Залази сюда, 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 сюда. И туда. Давай. Не-не-не. Сюда. Теперь сюда. Йоги. Мы взяли яичек, как принято в сауне. И рисовый сок из риса. Хорошо. И пуро, конечно же, мы взяли. Освободилась вот такая вот комната. Здесь мы можем, в принципе, поспать, поесть и посмотреть телевизор. Также, если будет жарко, мы можем включить вентилятор. Тут такой
пыль на резиночке, чтобы не утащили. Подушечки. У нас с собой одеяло есть для Си. Будем сегодня спать здесь, решили отдохнуть. Мы проснулись. У нас начали чистить нашу берлогу. И мы перешли вот в такое место. Здесь платите за аренду. Сколько стоит? Сколько здесь стоит? 3000? 2000. 3000. Такое бунгало. Купили соки. Сок, кофе, мороженое. Проснулись, хорошо поспали. Сейчас пойдем. Может, сауну помоемся. Не помоемся, а покупаемся. А, это вот сюда, наверное, нам повешать надо, нет? Бегал, пцо. Юбко не выходит. Писально его, да. Юбко не. 2000 у нас до 12-10. Ну, мы сейчас помоемся, пока туда-сюда походим. В принципе, мы можем хоть где посидеть, и на полу, и везде. Сейчас покосили, чтобы посмотреть, как здесь красиво. Вчера вам не показалось, здесь есть массажи. Цены такие разные. Бали-стрит. Вот так мы побываем на Бали. Красиво. Сидит, отдыхает. Пьет свой джюс. Кофе. Сюда сядем, да, Си? Взяли ромянчика. Тягово, ма, тягово. Тягово. Си ромянчик, маме ромянчик. Ему уже острый. Ма, а ты острый будешь? Да, поможет. Мама, ну, мяунго не могу. Папа ка мяунго съел. Мама, это же мяунго будет? Мяунго. Размешай. Мы зашли в солевую сауну. Тут у нас камешки из соли. Сколько градусов здесь? 60, да, по-моему, 65? А, 53. Ну, здесь так хорошо. Хорошо здесь. К тете не кидай. Хорошо? Солевая сауна, 63 градуса здесь. Здесь у нас уже поменьше, 58. Здесь.
Мы зашли в ледяную. Тут у нас 0 градусов. Снеговики. Мы после сауны прикатили покушать. Даша на сегодня привезла, на бизнесе поднялась. 2 дня отдыхала на Бали. Тут электронное меню, можете заказать и тут же расплатиться прямо, не отходя от кассы. Здесь еще есть игровая площадка, такая небольшая. Поиграетесь, потом придете туда, хорошо? Да. Через 17 минут можно есть, открывать. 17 минут, прикинь. Ну, это, конечно же, нам... Я уже умру с голоду через это время. 17 минут. Это си. Не открываем эту коробку. Готовится из-за мяса и из-за того, что там мясо и так далее. Поэтому что там еще есть, кроме мяса, я не знаю. В общем, поэтому подольше надо будет ждать. Тут, кстати, очень много народу. Также здесь можно взять и говядину. Далее, как всегда, все, что кладется в шабу-шабу. Тут закуски. Точно так же это можно положить ток, фрукты, в общем, всякая ерундистика. А вот это не хочешь взять? Вот это. А. Катя соусы наливает. Здесь только 2 соуса. Как 2, если их там 6? Их 6 там. Типа. Сус? Вот. А они знакомые. А. Кто? Еще? Спасибо. Окей. Ой. В игровой сидят, а время уже кончается. Осталась 1 минута. Они не хотят. Вот. Да. Я вообще это представляла себе по-другому. Смотрите, какая вкуснотища. Заворачиваем мясо, овощи. Закручиваем. Соус. Сус.
Здесь остался суп. Тут похоже на удон, да? Вот этот. А этот острый, по-моему. Да? Да? А я думала, он как удон. Ну да. Все, что варилось, капало сюда. Такой наваристый получается. Суп сейчас будем есть, добавлять туда всякие штуки. Снять. Тут получается добавили ток. Капуста, пекинский ток, грибы. Грибы, всякие разные грибы. Здесь то же самое. Здесь еще сосиски, да? Аня, ток я ток. А, это тоже ток. А я думала, это сосиски. Ток я ток. Как мы все съели. Добавляем рис. Мьёгук. Ой, мьёгук. Мьёг. И делаем кашу вот такого плана. Чук. Вкусная очень. В итоге мы поели на 93 600 и заплатил у нас самый младший сегодня. Это Иджун. Нет, это был Сондер. Когда? Смотри, Даша. Супер классные стулья в забегаловке. Сюда можно класть одежду. Куртки, да. Куртки, сумки. А что там? Там больше ничего не пошли. А там... Мы же уже все съели. Тут всякая сладость. Целая куча. Ты посмотри, сколько здесь много. Другие посмотри еще. Тут и японская есть, и китайская. Китайские сладости, японские сладости. Да? Ой, мне кажется, вот это суперкола вкусная, не? Иго масико. Не, вот это я себе беру. Косака? Косака? Ой, я не хочу эти шоколады. А вот это что такое? Шоколад, а не? Это желе, сия, мэнна, мэнна, бистан. А где сия? Ась, ты такую будешь брать? Да. Ты все снимаешь? Ну да. Ты хоть вырежи потом. Да, я специально оставила. А я что буду? Бомушечку, чупсы тут, нет?
На скидку какой, смотри, заикается. Начала я, смотри, вот, блядь, чоник 400. Натуре? Натуре. Вот это, мне кажется, вкусные. Нет, Даша, вот эти вкусные, да? С яблоком и с этих, блубери. Ты уверена? Очень вкусные, да. Давай, это 100%. Возьмем. Ты что, тоже берешь? Конечно. Я ж тебе что, зарисую? Хорошо, что, берем. Наверное, вот эти, да, вкусные слои? Я ж тебе говорю, они вкусные должны быть. Ну, после этих я пробую. Вот это, ой. Они сильно растут? А, это желе. Это желе. Это татухи вот эти. А потом вот сюда эти открываешь, да, да, и здесь татуировка. Ты в курсе этой темы, да? Мы делали, потом, блядь, отмыться не могли. Я тоже потом не могла отмыться. Меня спрашивали, почему у меня ребенок синий. Ты что, его бьешь? И что здесь еще есть? О, смотри, Тофикс. Они раньше вкусные были. Это жевательные конфеты. Нет, не очень. Какие-то энергетики, да? Это тоже японские какие-то эти. Я видела у Кати в ТикТоке. А что она делала с ними? Мы сейчас все по скидкам наберем. А вот эти печенья, наверное, тоже вкусные. Я тоже брала. Шоколад-крем. Да. Это вообще, кстати... А, корейский. А вот эти тоже, да, наверное, вкусные? Не, давай вот эти. Вот эти роллы. Бля, я такие не люблю. Ну, Дейлу, кстати, наверное, понравится. Ты вот такие не хочешь? Ну, я один раз просила, больше не спрашивала. Ну, я возьму. Давай, у нас тут целая куча посылок. Возле двери. Сейчас будем распаковывать. Да. Сколько? Это у нас после сауны. Мы дома не были с четверга. А, с пятницы, да? Да, с пятницы, считай. С пятницы. Пятницу поспали, в субботу рано утром уехали. Это у нас пододеяльник. Далее у нас. Открывай. Это компьютер Син, потому что у Сии сломался компьютер детский. Мама, давай садим копито моя, окей? Давай. Где копито моя? Он наверху, наверное. А, давай, читай, вот такой у нее ноутбук был. Открывай, давай, покажем всем. Вот он мне. Да, вот он ноутбук, он не работал у Сички, да? Да. Потому что сломали. Новый купили. Поэтому новый купили. Сюда мышку ложить. О! Как настоящий, да, Сия? Настоящий. Настоящий. Это одеяло, наверное, да? А, нет. Матрас? Топо. Метрис. Это на аппарат, а джунь, чуть-чуть не так. Ой, надо было... Матрас на резинках. Так. Наверное. Как много упаковки. Тут, кстати, еще есть коврик. Москва.
Для мышки. Прикольно. Ну-ка. Ну ничего, теплое, хорошее одеяло. Огромное. Это у нас простынь на резинке. А нет, это этот. Ну, можно сказать, простынь, да. Там резинка есть? Здесь нет. О, уёбчи. А подушки, ты говорил, есть. Для подушек. Срач устроили.